Долгие годы жители улицы Строителей в районе Уралочки были вынуждены передвигаться в темное время суток практически на ощупь. Как говорят в администрации города, организовать дополнительное освещение раньше не было технической возможности. Препятствием стал так называемый коридор инженерных сетей, где проходят подземные высоковольтные линии электропередач, линии газопровода, теплопровода и канализационные системы. Но в этом году после дополнительных обследований и обсуждений проекта было принято решение установить дополнительные опоры освещения. Как уверяет электрика, это НМПС, они как-то сначала пробовали ставить, но когда уже им была конкретная задача поставлена, они уже признали, что могут там на самом деле выставить опоры уличного освещения, где-то порядка 7 столбов, но это будет выполнено по мере согласования с бюджетом нашим. И, наверное, в четвертом квартале это выполнится работа. Но уже возможность опор туда выставить имеется. Там коридор нашли.